Пропустить новый 2014 год через государственную границу – именно такую задачу поставил перед пограничниками главный волшебник страны накануне в Беловежской пуще. Задача – обеспечить беспрепятственный переход нового 2014 года с востока на запад через государственную границу Республики Беларусь. За несколько дней до самого главного и долгожданного праздника в поместье белорусского Деда Мороза прошла необычная, но очень важная акция по постановке приказа на беспрепятственный пропуск нового 2014 года. Такая традиция зародилась еще 5 лет назад, когда Дед Мороз в преддверии наступления нового года ставил приказ пограничному наряду нанесения службы надежной охраны государственной границы и вместе с тем в новогоднюю ночь пропустить наступающий Новый год через государственную границу, причем беспрепятственно. Вместе с пограничниками в специальной акции принимали участие воспитанники Брестского социального приюта. Дети с непростой судьбой, повзрослевшие гораздо раньше положенного времени, тем не менее, они верят в чудеса и встречи с Дедом Морозом ждут с нетерпением. Экскурсия по поместью зимнего волшебника никого из ребят не оставила равнодушной. Мальчики и девочки увидели белорусскую Белоснежку, которую здесь принято называть Беловежкой, поводили хороводы вокруг главного главной пущанской елки, покатались на упряжке с оленями и получили сладкие сказочные подарки. Положительных эмоций и заряда оптимизма благодаря такому путешествию ребятам должно хватить на весь будущий год. Я тут не был, и мне очень нравится тут. Нравится ли тебе белорусский Дед Мороз? Ты считаешь, что он может исполнять желания? Да, он мне понравился. Я думал, что он может исполнять. Я в это верю. На пограничном новогоднем столбе ребята оставили свои пожелания, которые написали в преддверии встречи с Дедом Морозом. Белорусский волшебник пообещал, что отличная учеба и примерное поведение помогут мальчикам и девочкам получить все то, о чем они мечтают. А еще беловежский сказочник поделился с ребятами своими секретными волшебными словами, которые помогут ему вовремя принять у нас Новый год и передать по цепочке всей планете. Я всегда, подходя к Германии, говорю: «Гутен так, Вайнасман!» Дед Мороз во Франции, Пернуэль, в Испании, Папа Ноэль, в Португалии, Папа Наталь, в Италии, Баба Наталья, в Чехии, Яжишек, Юльтомтем, Швеции, Финляндии, Йолопокки, в Дании, Юлимен и так далее, подобные. Мои друзья все ждут, пока я пропущу Новый год к ним. Анастасия Стропко, Кирилл Липовик, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.